Боже мой. Вон, смотри, огонь. Все, он там вон в хате. Да, там уже вся хата в огне. Надеюсь, вы тут, только не кухню сгорела. Я люблю, тоже есть, а не вся хата. Тоже там еще одна. Испачкали дом, так покрасили. Слава богу. Пожарные они никогда не задерживаются. Просто слава богу, что на соседнюю квартиру не перешло, понимаешь? Это прикинь, вообще жесткач, блин. Скоро. Нет, пока я не... О, господи. Бедные люди. Представляешь, что сейчас идет? Есть и никого нету. Да нет, ну тут есть, но одинокая, по-моему, женщина. Я не могу понять, я не могу понять, кто это. Да ну какая разница, ты их не знаешь. Ну в хате там у него останется, что в хате-то останется. Нам не нужно делать ремонт, сейчас я пытаюсь. Нет, ремонт, да, здесь там сады, ничего такого не будет. Нет, там огонь не был. Горел пол, там все горело, да. Это на кухне. До квартира целая осталась. Ну, поживет пока соседи. Я два газа зашел, только чувачок. Хорошо, что ты не забежала мне. Пластмассой пахнет. Наверное, сейчас на нижней зале, где на этаже не забьют, наверное. Тут герань появился. А, горит, посмотри, герань сгорели. Да. Смотри, там видишь, карниз поплавился. Это не карниз, они не понимают.